Сбросить с плеч груз не значит решить проблему. Об этом заявил заместитель председателя правительства республики Игорь Никифоров, говоря об обустройстве зон ИЖС многодетных семей. Сегодня в Ултумен состоялся правительственный час, где обсудили реализацию подпрограммы «Индивидуальное жилищное строительство». В частности, речь шла о подведении инфраструктуры к земельным участкам семей с тремя и более детьми. На сегодня эта проблема стоит наиболее остро в республике. В очереди на получение участка стоят порядка 21 тысячи семей. Из них уже получили земли чуть больше 8 тысяч. Однако только у 1500 из них есть инфраструктура. Потребность при этом в финансовых вложениях составляет больше 7 миллиардов рублей. В этом году выделено 104 миллиона на обустройство ЖС. Средства будут в основном направлены на микрорайон Северный. Это очень такое компактное будет поселение. Очень активно на сегодняшний день ведется работа. В мае месяце мы уже должны подвести до участков на линию электропередач с распределением потом по участкам и продолжим эту работу.